Якщо ви думаєте, що у нас все відбувається за законом, вам до нас все по безпреділу. Ми починаємо. І Роксана Руно з вами. Крім сексу та грошей, скандали керують, ну, можливо, не світом, але 100% вашої уваги глядачів та читачів. От критикувати владу – це завжди безпрограшний варіант. Ну, тому що ти весь в білому, ну, не тільки рукавички, ти весь в білому, красивий. А от вони, коли критикує владу, препарує і показує її недоліки людина, якій самі є чим пишатися, це захищає її від звинувачень у популізмі. Ну, мовляв, а ти що зробив? Я зробив. І там іде такий величезний, величезний список досягнень. Ну, у кого як вийде вже. Препарувати. Я не знаю, насправді, чи я правильно зараз буду використовувати ці інструменти. Показувати недоліки, випускати гній. Ми будемо з людиною, ви не здогадаєтесь, можливо, ви зараз подумали, що це лікар? Ні, не лікар. Олексій Давиденко з нами в гостях. Вечір добрий. Добрий вечір. Власник медичного бізнесу, блогер. І насправді, навіть більше враховуючи той потенціал, насправді, розголос ваших думок, ваших постів у соцмережі. Я зараз про Фейсбук, насправді. Ви дуже критикуєте владу. Ви дуже виявляєте всі недоліки. Я хочу почати з розмови з того, що ви сказали. Карантин і бізнес, або насправді карантин, влада і бізнес, як пережили ці 3-4 місяці? Як? Як? По-разному. Кожен по-своєму. Власть пережила цей бізнес, мені каже, в цей карантин, або ця частина карантину, яка була, мені кажется, в попытках, как любая власть во всем мире, найти наименее болезненный способ выйти из ситуации. И мне кажется, это огромные вызовы для власти вообще в любой точке Земли сегодня, потому что это впервые случилось. И я уверен, что они не хотели как хуже, они хотели как лучше. И любая власть хочет как лучше. Она не хочет падать вниз, а хочет остаться на плаву. А бизнес, как и везде в мире, переживает очень тяжело. Если сначала бизнес, мне кажется, не до конца понимал, как и все не до конца понимали, что будет, то сегодня многие в бизнесе осознают, что ситуация, в общем, не такая веселая, как казалось на первый взгляд. Думали, там, месячишку-два потерпеть, затянуть пояса, потом все будет так же, как было. Так же, как было, не получается. И люди, ну вот, а люди – заложники между бизнесом и властью. Тому що всі так чи інакше працюють. Олексій, ви власник медичного бізнесу, ви точно знаєте, що це. Смотрите, в вашому случае у вас тут такой набор хірургічного інструменту, що... Весомісний. Да, що таку міні-операцію в амбулаторному режимі дневного стаціонара ви можете спокійно зробити. Це скальпель, я не помилююся. Ви можете зараз відкрити, препарувати, сказати мені найгидотніші історії, які... через карантин вилізли в стосунках бізнесу і влади. Саме влади. Ви знаєте, я удивлен, що внутрішнє для мене, то, що завжди було, вот, всіх возмущало, завжди корупція, взятки, откати і так далі, тому подобне. Я удивлен, що в случае з останніми 3 місяцями ця тема якраз абсолютно не є самою неприємною і самою такою животрепещущей в відносинах з властю внутрі государства. А на первое место вышла тема несправедливости. И когда люди и бизнес задают власти одни и те же вопросы. Почему? Почему так? Почему одним можно, другим нельзя? То есть где логика действий? То есть на первое место вышли вопросы несправедливости, потому что когда люди начинают терять что-то свое, кто-то зарплату, кто-то деньги, кто-то бизнес, кто-то жизнь, кто-то здоровье, и они видят, что с другой стороны не так падают, не так это теряют представители власти, вот тут возникает... Давайте відверто, вони взагалі нічого не втрачають. Мы этого не знаем, потому что на самом деле, наверное, у представителей власти есть родственники, которые тоже болели коронавирусом. Значит, они теряли в здоровье. У власти однозначно есть бизнес, и не может быть такого, чтобы этот бизнес не коснулось все то, что происходило и происходит последние 4 месяца. Мы не можем точно сказать, что власть не пострадала. Но то, что они, скорее всего, многие пострадали значительно меньше, чем среднестатистический украинец,
Это мы можем, к сожалению, констатировать, наверное. Ви знаєте, що я забуваю за от п'яту програму «Поспіль» зробити? Репост. Я завжди закликаю, як я один раз закликала, зробити репост. Сама починається прямий ефір «Забуваю». Ви теж можете це зробити. Да, можу. А ми подивимось, то знаєте що? Ми зробили візитівку, тому що для загального користування, я називаю це так, подивитися, хто такий Олексій Давуденко, його досвід політичний трошки. Цікаво, дивимось. Депутат, бізнесмен, блогер і вічний опозиціонер – все в одному флаконі. Олексій Давиденко навчився примножувати свій бізнес, залишаючись у сталій опозиції до влади. З 2008 по 2014 під знаменами удару Кличка воював у якості столичного депутата із блакитно-білими. А після Євромайдану Олексій Давиденко пішов з політики у бізнес. Та це не означає, що він не займався підприємництвом із депутатським значком. Бізнесовий успіх завітав до вічного опозиціонера саме за часів депутатства у Київраді. Компанія «Медтехніка» з'явилася на світ у нульових, як спроба допомогти близькій людині. Сьогодні ж це мережа із майже 30 магазинів по всій Україні. З 2008 по 2017 підприємство виграло тендери на 34 мільйони гривень. Третина з цих коштів – від столичного департаменту соцполітики. Сьогодні ж Олексій Давиденко більш відомий як блогер. Під катком його нищівної критики постійно опиняється монобільшість. Ми намагаємося просто розібратися. Я репост зробила, а Олексій зараз шукає. Поки ми шукаємо, поки ми дивимось, у мене питання до вас насправді не відходить від стосунків влади і бізнесменів. Ви писали про подвійні стандарти. Ви писали про фото Зеленського, коли це дуже багатьох збурило, чому нам можна, чому ні. Ви писали про те, що є межа, є вимоги до всіх, але є ці вимоги не для недоторканних. Ця історія, вона поглибилась коронавірусом? Чи насправді ми як жили тут, ну так це і відбувається? Мне кажется просто, что на самом деле все то же самое происходит много лет. Mm-hmm. И всегда любая власть, и предыдущая, и перед ней, она всегда жила в неких преференциях по сравнению со всеми остальными. Я даже предполагаю, что, может быть, власти в других странах живут точно так же. Наверное, может быть, у них нет там четвертого управления, ведомственных больниц, ведомственных санаториев и так далее. Но эти пережитки Советского Союза остались в Украине, и все власти ими пользовались, как дачи. Соответственно, раз они ими пользовались, у них уже были преференции по сравнению с другими людьми. А эта власть не является исключением. Просто у нас не было таких сильных и таких жестких вызовов, когда и не было вот этих соцсетей, не было Ютьюба, не было, как вы говорите, ломов, не было такой быстрой, секундной реакции между совершенной ошибкой и выявлением этой ошибки на миллионы людей. Як повпливало в вашому особистому випадку? А ви пишете пости, які набирають, ну, наприклад, я не знаю, там 2, 5, 10 тисяч лайків. Хтось, і ви дуже нелесно в багатьох випадках пишете. Миттєва реакція – це що? Вам телефонують, вам написали, вам сказали, ну, прибери, ну, якось некрасиво. Ні, ніхто практично, я не пам'ятаю ні разу, щоб хтось дзвонив, просив убрати те, що я пишу. Я знаю, что очень часто это не нравится. Я слышу комментарии, потому что у меня на самом деле большое количество, большой круг общения как в бизнес-среде, так и в околополитической среде. И я знаю, что, в общем, не только я, но и многие, кто пишут, если они пишут это неприятно и некорректно, они вызывают раздражение. Но это ведь нормально. Если завтра, каждое утро обо мне будут писать гадости, я ведь тоже не буду к этому относиться приятно. Я либо этого человека забаню, либо я перестану его читать, либо я буду переживать. Ну, то есть какая-то эмоция, какую-то эмоцию у меня это должно вызывать, или я должен оградиться от этой информации. Мне кажется, что просто худшее, что можно сделать для власти, это оградиться от информации, потому что тогда она постепенно погружается в вакуум. Это тот вакуум, в который погружался, например, Янукович. Я думаю, что информация, которая до него доходила, была очень дозирована, и он до последнего многие вещи объективно не понимал уже в том
в тому масштабі, в якому вони проїхали. Ви теж зараз вірите в цю казку, що короля, знаєте, там тримають у теплій ванні, йому не доносять інформації, він не бачить, не читає, не чує. Я думаю, що просто у нього фізично не вистачає часу. Я на своєму місці... зараз про Зеленського говоримо. Да, я на своєму місці підприємця можу вам сказати, що времени в 24 години це дуже мало. И надо столько всего сделать вот даже в бизнесе. А я себе представляю, это президент. У него десятки встреч, у него протокольные выезды, у него встречи, у него мероприятия. Между этим ему надо проследить ленту новостей, почитать Facebook. Ну, то есть, я честно вам скажу, я считаю, что в какой-то момент многие власть придержащие вынуждены опираться на своих пресс-секретарей, пресс-службу, консультантов, глав администрации. И таким образом попадают в зависимость от той информации, которую они им дают. Я убежден, что Зеленский во многом оперирует фактами, которые ему доносят. Неважно кто, жена, пресс-секретарь, кто угодно. Ви писали, я просто не хочу всю розмову будувати на тому, на тих постах, які ви писали, з приводу початку роботи об 11 годині. Це такий собі, така собі історія. І ви писали про те, що не тільки ви писали, всіх збурило, як швидко влада змінює людину, і чи змінює вона її взагалі. Просто найяскравіше на Зеленському це відобразилося. Всі пам'ятають цей серіал, всі пам'ятають, що там не будуть там жити, оця державна дача. Я вважаю, що він такий був. Я вважаю, я практично убежден, чоловік не міняється в 40 років, невозможно. И навіть влада не стала? Не меняется, я имею в виду, в лучшую сторону поменяться в 40 лет невозможно. Соответственно, он должен был быть таким. Если человек до президентства прятал деньги в офшорах, не платил налоги, с офшоров покупал себе недвижимость и так далее и тому подобное, он не может измениться. Такой человек продолжает это же движение внутри власти. Не бывает по-другому. У человека должны быть какие-то принципы, какие-то устои. Они сформированы в его там, младшем возрасте, среднем возрасте. Они не формируются в 40. Если он сейчас демонстрирует возможность там, ездить кортежем, ведь на самом деле кортеж – это небольшая проблема. Вопрос же в том, что можно и без него обойтись. Можно ездить одной-двумя машинами без кортежа. Вопрос в том, что можно, он в состоянии арендовать даже за 5 или 10 тысяч долларов в месяц любой дом в пригороде Киева. Из своих собственных денег для того, чтобы просто не вызывать вот это вот неприятие со стороны большого количества людей, которые сегодня чувствуют себя не очень хорошо. Но его это не останавливает. Его не останавливает, что его пресс-секретарь толкает журналиста, и это создает проблему. Он не отстраняет пресс-секретаря, он не видит в этом проблемы. И вот так же, как с велюром и со всем остальным. То есть вот эти маленькие узелки, они для меня внутренне говорят о том, что президент Украины на самом деле не изменился. Он просто не тот, за кого он себя выдавал первые полгода президентства. То есть державная дача – это ментальность? Это да, конечно, 100%. Ви згадали велюр, це ресторан, ви не працюєте в ресторанному бізнесі. Це зачіпає вас просто як громадянина чи як представника бізнесу, навіть і дотично? Чому їм можна, а мені ні? Во-первых, судя по тому, какой всплеск эмоций это вызвало у людей, то это задевает не только меня, а очень большое количество людей, почему и им можно, а нам нельзя. А что касается лично меня, мне на самом деле было очень неприятно. У меня есть любимые кафе, рестораны, общепиты, которые весь карантин были закрыты, которые пытались как-то наладить доставку. Не все из них были до карантина представлены в службах доставки, поэтому было очень тяжело. И я видел, как они тяжело это переживают. И, конечно, мне было обидно, что кто-то в ресторанном бизнесе, пользуясь, а может быть и не пользуясь, просто безнаказанно продолжает работать, не понимая, что он облечен властью, именем президента страны и может позволить себе вот так странно работать в карантин. Публічність для бізнесмена, я трошки повернусь до вашої діяльності, це плюс чи мінус? Гроші люблять тишу? Я вважаю, що в 21 веці публічність – це плюс. Чому вона допомогла? Ви були в політиці, не в Верховній Раді, це Київрада була, 2008-2012. Не пішли на перевиборах там, в 2014 році. Цей досвід він що дав? Хто залишився с вами с тех років? Я считаю, что я не знаю, кто у меня остался. Нет, у меня не осталось ничего от тех лет в оппозиции в Киеве, что я мог бы записать себе в какие-то глобальные достижения.
Я уверился однозначно, что на уровне муниципальной власти, депутатской, сделать ничего невозможно. Это фикция. Я убедился в том, что даже будучи в жесткой оппозиции, даже будучи очень активным, ты не можешь помешать ничему, там, ни дерибану, ни распилу, ни коррупции, ничему не можешь помешать. А и главное, ты не можешь созидать, что еще хуже. Потому что предприниматель, он же в своем нутре, он не мешает, он созидает. И не стоит задача помешать конкуренту, стоит задача сделать лучше. Соответственно, у меня ментальность бизнеса. Ментальность бизнеса надо сделать лучше, чем те, кто стоят рядом. Я считаю, что в той ипостаси, в которой я был представлен в Киеве в Совете 2008-2013 года, в оппозиции, причем такой жесткой оппозиции, сначала к Черновецкому, а потом к Януковичу, к Попову, ничего созидать я не мог. А если я не могу созидать и параллельно не могу активно заниматься бизнесом, я чахну, ну, как и любой предприниматель. Йдуть бізнесмени у політику для того, щоб свій власний бізнес розширити, зробити його потужним? Чи з політики повертаються якось бізнес, щоб заробити більше грошей? Як цей біг по колу? Де початок? Мені кажеться, кожен йде по-своєму. Тобто хто за чим? В Київсовєті велике кількість підприємців будівельного бізнесу йдуть за лобіруванням своїх будівельних бізнесів, інтересів. Вони це не скривають. А в большой политике, я думаю, точно так же. Агропромышленные холдинги, промышленные холдинги, большие корпорации идут для того, чтобы лоббировать свои бизнес-интересы. Есть, я убежден, кстати, в последнее время все больше самодостаточных среднего, малого и крупного бизнеса предпринимателей, которые считают, что они многого уже добились в бизнесе и хотят теперь это аналогично повторить только уже в государственной службе или там в политике. Есть и такие. Я считаю, что за годы оппозиционной деятельности в Киевсовете я очень много потерял в бизнесе. Я реально потерял вот эти там, 4 или 5 лет развития и дал время конкурентам меня обогнать, потому что занимался вот там, чем занимался. Вы были в ударе. Это история Кличка. Вы с каким с ним в стосунках зараз? Хороших он меня приглашал в его команду. Навіть зараз? Да, сейчас. Ви відмовились, погодились? Ви знаєте, я на сьогоднішній день вважаю, що я не все зробив в бізнесі для того, щоб повертатися обратно в якусь політику чи госслужбу. Я вважаю, що я можу зробити в бізнесі те, що зробить більш якісним ту сферу медицинську, в якій я працюю. Кажуть, що у нас завжди не вистачає сильної руки. Кличко для вас сильний лідер? Він різний. Он сильно изменился, мне кажется, за последние 5-6 лет мэрства. И Кличко образца 2013 года, там, лидера оппозиции и боксера, и Кличко мэр с 5-летним стажем мэрства в Киеве, это, мне кажется, два очень разных человека. И с точки зрения знаний и опыта, конечно, сегодня он значительно более опытен, чем он был в 2013 году. С точки зрения команды, окружения и так далее, он, как и любой политик, который стремится вверх, по дороге теряет и приобретает новых соратников. Алексей, вам подобається те, що відбувається з Києвом? А мне не нравится то, что происходит с Киевом, собственно говоря, всю свою сознательную жизнь. Я пока не встретил ни одного. Я считал, что Гусовский, когда в 2014 году он баллотировался, я голосовал за Гусовского. Я считал, что это интеллектуал, предприниматель, бизнесмен, успешный, столичный, с какой-то историей киевлянин. Это наиболее правильный был выбор мэра. К сожалению, он не стал мэром. И, соответственно, у меня не было своей кандидатуры мэра. И нет ее до сих пор, нет своего мэра, которому бы я сказал, что это круто. Просто ви самі сказали про будівельне лобі у Київраді, які йдуть туди за власним інтересом, власними грошима. За останні 5 років набудували, забудували, перебудували Київ. І тут кажуть, ні, ну... Смотрите, це ж відбувається во всіх містах і во всіх мегаполісах світу. Везде строять. І за будь-яким будівництвом стоять чиї-то інтереси, чиї-то лобізм. Ми ж це розуміємо? В Нью-Йорку строять, в Мадриді строять, в Лондоні строять, в Вені строять. Везде строять. І за цим хтось стоїть. За тим, щоб в центрі Дюссельдорфа на Кёнигс-аллее появился новый торговый центр, кто-то стоит. Всегда кто-то за кем-то стоит. И это лобби, просто здесь эти правила, они дикие. Они вообще ни с кем не согласовываются.
и вот эти вот общественные организации, которые говорят о том, что нет генплана до сих пор, ну и так далее и тому подобное, это же все про одно и то же. То есть кому-то выгодна анархия, которая дает возможность в этой мутной воде там, плавать, строить, зарабатывать, брать взятки и так далее и тому подобное. Політика для вас, велика політика, змінилася. От ви казали в опозиції до Януковича, потім був Порошенко, зараз Зеленський. Якщо взяти дві останні каденції двох президентів, скільки там років Порошенко, рік, трошки більше року Зеленського, публічно чи якось по якості для вас гірше, краще, доступніше? Мені завжди буде близок чоловік, самодостаточний, який управляет большими или управлял в жизни большими коллективами, который делает продукт, который можно пощупать. И поэтому для меня собственник Новой почты всегда будет круче, чем собственник госмонополии, который качает газ. Для меня собственник розетки будет всегда круче, чем человек, который сидит на угольной шахте или там на каких-то заправках, заправляющих за бюджетные деньги. И так далее. И человек, который зарабатывает в реальном секторе, будет всегда круче, чем человек, который сидит на тендерах. Поэтому в данном случае я считаю, что я просто видел в мире большие монстры ритейловые, оптовые производителей шоколада. И я вижу, что концепция развития Рошена – это ну, один из лучших примеров того, что я видел в Європі, наприклад, з магазинами Nestlé. А ви їх порівнюєте як бізнесменів? Це взагалі доречно? Очільник держави такий, ну, класний бізнесмен, во, піде. А цей, ну, цей не дуже. Це вже погано. Смотрите, я... от, наприклад, по-разному відноситься к собственникам гіпермаркетів «Епіцентр». Я вважаю, що построїть таку сеть гипермаркетов, которая была бы украшением любой страны, строительным гипермаркетом, украшением любой страны, которая на сегодняшний день может быть равным конкурентом и IKEA, там, и любому другому бренду, это круто. И почему я не должен уважать таких предпринимателей? Я не знаю. У меня маленькое подпитание, и підемо далі взагалі, да. Повернемося до політики. Чесно, який відсоток або скільки мільйонів доларів вартує побудувати такий великий бізнес в умовах України? Ну, тільки не кажіть, що все чесно, немає відкатів, хабарів і так далі. Какой именно? Ну, ви зараз згадали, да будь-який великий бізнес, я не знаю, ви згадали будівельний. Там можна... Да, я считаю, що це там условно 25 років життя. Я не могу это как это можно мерить в миллионах? Смотрите, вот я предприниматель. Я все, что зарабатываю 15 лет или там 16-17 лет в бизнесе, я все инвестирую обратно в бизнес. Вы не зрозуміли мене, скільки вартують умовно ці дозволи, наскільки дозволяють прозоро і чесно працювати. У мене було підпитання таким. Нет, конечно, нет. Ну, то есть мы бизнес в любой стране будет жить по тем правилам, по которым сегодня работает страна. Если сегодня существуют обнальные площадки, и все мои конкуренты пользуются обнальными площадками, я тоже буду ими пользоваться. Потому что сегодня государство разрешает обнальные площадки. Если сегодня вся зарплата платится в конвертах, и никто не оформляет официально, я говорю сейчас условно, сегодня такого уже нет, но если такое бы было, то я буду работать так же, как работает весь рынок. Бизнес, иначе он вылетает в трубу. Если вокруг конкуренты работают так, а ты нет, ты вылетаешь в трубу. Поэтому бизнес и говорит, сделайте равные правила, любые. Хотите по закону, будет по закону. Хотите беззаконие, будет беззаконие. Мы приспособимся. Со взятками приспособимся. Без взяток приспособимся. Честно приспособимся. Нечестно тоже приспособимся. Поэтому я говорю, что когда бизнес, который страдал 15 лет, если есть такой бизнес реальный, рыночный, который готов прийти и сказать, смотри, я знаю, это все изнутри, я могу построить так, чтобы оно работало по-другому, чтобы для всех были одинаковые правила. Это работает, я это приветствую. Повертаючись до великої політики і публічності, всі скандали, всі зашквари, які останнім часом, останні навіть 3 місяці з'являються, вони з'являються ледь не щодня. Завжди цікаво не сухі там факти, не розгляд там Верховна Рада, Погоджувальна Рада, який закон вони там ухвалюють, про що вони говорять. А як вони спілкуються, наприклад, приватно, що вони собі дозволяють? Ці зливи, розмов, вони, вочевидь, не випадкові, як вони звертаються, я зараз говорю конкретно там про випадки до жінок. Всі ці корабельні сосни, робочі баби, ну і все таке інше. Як ви це сприймаєте? Як то, що було завжди,
Просто теперь из-за того, что мы в самом начале сказали, из-за того, что информация расходится очень быстро и очень легко, это стало доступным, и это стало таким шумовим мусором, который сопровождает нашу жизнь с утра до вечера. Як мають на це реагувати взагалі це народні депутати? Як мають на це реагувати народні депутати, як суспільство? Чи ніяк не мають реагувати? А мені кажеться, чесно, що вже ні ті, ні другі ніяк не реагують. Мені кажеться, що кількість вот этих условно так называемых зашкваров, оно сильно преобладает перед здравым смыслом новостным, который может там и нести какое-то зерно и какую-то цель. Соответственно, это все превращается в односудочно живущие истории. Даже большие расследования, если вы заметили, последнее время, они живут день-два и все. То есть люди свыклись и привыкли к этому. А власть поняла, что на это не надо реагировать, и через два дня оно забудется. Это классная политика. Ну, как есть. У нас есть постоянная рубрика «Фанаты та хейтеры». Фанатів приготували. Дивіться, що про вас пишуть. Борис Філатов. Сергій Білий, тут тебе хвалять. Пожалуйста, дай всім, кому надо, консультації, як розроблювався дизайн-код Дніпра і як ти оторвав вивіску на магазині у жени мера. Браво! Ірина Геращенко. А можна до вас на роботу влаштуватися? Влада має право на помилку. Не виливай відра критики зранку. Ти злий, а надо бути добрим. Бажаю здоров'я 36,6. Соня Кошкіна. Отличний пост. Ровно як і всі предыдущі по темі. Голос разума. Спасибо. Алексей Давиденко, у вас там вакансії нет случайно? Я раз на робочі готова. На волонтерських началах, без оформлення. Сергій Березенко. Драматург. Павло Розенко. А ще Саакашвілі вчора заявив, що за рік Зеленського Україна впала у рейтингах інвестиційної привабливості. Причина – продажні суди і тотальна корупція. Це його слова. О, боги, тотальна корупція? При Зеленському? Та не може такого бути. Бреше Саакашвілі? Чи не бреше? Петро Охотін. У тебе правильний і соціально відповідальний бізнес. Процвітання. А от хейтерів ваших ми не знайшли, тому зараз будемо йти по прізвищах, яких хейтите ви особисто. В топ-3 політиків, які розчарували вас найбільше. А у мене нет таких. Тому що я нічого не ждав від тих політиків, яких критикую. Діло в тому, що я вважаю себе достатньо послідовним чоловіком. Я ті, хто сьогодні є владою, я абсолютно четко артикулировал, не боясь, что я понимаю, что эта власть меня как предпринимателя, как человека не устраивает. И поэтому я ничего от них не ожидал, поэтому я абсолютно не разочарован. Добре, ну попередні там, я не знаю, як їх назвати, там лідери фракції, лідери партії, попередні роки, які були при владі, створювали певні умови, правила, за якими грає та посередково. Я вам скажу, у мене топ-1, топ-2 і топ-3 это те люди, которые планомерно разваливают Украину и тащат ее в сторону России. Я искренне, ментально считаю, что... А я просто не понимаю, мне их так много сейчас, что мне тяжело... Я не понимаю, кто из них первый, кто из них третий, кто из них десятый. Ну, давайте без номинации на место, чтобы мы уявили просто, про кого вы сейчас говорите. Ну, абсолютно все пророссийские, проватные, действующие и недействующие политики, которые сегодня во власти, или которые могут прийти на смену Зеленским, которые приезжают в Москву, которые общаются с Путиным, которые здесь рассказывают про российский вектор, про второй русский язык и так далее и тому подобное. Все эти люди, я считаю, они для меня не просто оппоненты, а они в моем понимании враги этой страны. Прізвища вы называете на готове? Нет, я просто, ну как-то это так банально. Ну, в общем, понятно. Добре, якщо ви говорите, що їх багато, чому вони мають такий високий рейтинг? Потому что есть большая часть страны, которая много лет живет в тесной связи ментальной, медийной с Россией. Это нормально. Коли ви заговорили про мову, це така незручна тема, вам зараз закинуть, слухай, ти за українською, а розмовляєш російською. Да, именно поэтому я наоборот, я считаю, что такие, как я, говорящие по-русски,
но при этом говорящий о том, что государственный язык должен быть только один и может быть только один в стране, это украинский, они имеют больше веса, чем те, кто говорят на украинском, об этом говорят. Я могу дома, с вами в общении, в ресторане, где угодно, говорить на любом языке, на любом, какой мне нравится, если мы с вами нашли общий язык. Но документооборот официальный. Я, если я стану госчиновником, госслужащим, депутатом, кем угодно, я обязан не просто знать, а знать и говорить на родном языке однозначно 100%. Чи вважаєте ви правильним, коли роблять зауваження, чи їх зараз обслуговують не тією мовою, ну, наприклад, російською? Ні, я вважаю, що це з двох сторон перегиби. Я вважаю, що офіціант в ресторані должна знати український язик. Если ее попросили, чтобы она перешла на украинский язык, она обязана перейти. Но делать из этого скандал, трагедию, пиар и так далее, с одной и с другой стороны, это, собственно, то, что, и, как мне кажется, во многом привело к эскалации всех конфликтов последних, там, ну, первых 3-4 лет после 2014 года. Ну, кажуть, що корупцію, зараз не буду знов медичний інструмент діставати, його взагалі, її позбавитися неможливо. Вона може бути менше, вона може бути сильніше. Корупція зараз у владі, на вашу думку? Вона не може бути другой, тому що ніхто не готов і не хоче платити риночні зарплати чиновникам. Все дуже просто. Ніхто во власті, від президента, і, кстати, це касалось і Порошенка, і всіх до нього, я не розумію, як можна говорити о корупції і о воровстві чиновников, не давая им рыночную зарплату. Вы работаете на телевидении, у вас есть заработная плата, она, скорее всего, рыночная. Почему, скажите, в пресс-службе министерства какого-то или ведомства аналогичный вам с вашими же знаниями человек должен получать 6 тысяч гривен в месяц? Вы зараз говорите, что решение этой истории в заработных платах. Вы помните решение Тимошенко, которое подвищило? Это было непопулярное решение. Оно вдвічі, втричі, я не помню, сколько министрам, сколько їхали, сказали, не, ну то яка може бути? Я не помню решение Тимошенко, я помню, что во время президентства Порошенко были введены директораты в министерствах, и специалисты этих директоратов, руководители, которые начали получать 15, 20, 25, 30 тысяч гривен в месяц. Ну, может быть, там даже до 40. Я считаю, что это первое адекватное решение, когда начали на конкурсах открытых набирать людей на рыночную зарплату. Если вместе с этим провели бы полную реформу судебной системы, то тогда это был бы завершенный факт, как с любой реформой, как с медицинской реформой. Если бы завершили начатое, то это был бы свершившийся факт, когда человек получает рыночную зарплату за работу вот как менеджер, руководитель отдела в компании. То же самое, это 1000-1500 долларов. Это равные должности в министерстве и в компании. Я згадувала рішення Тимошенко недаремно, тому що такий великий спротив і таку велику критику вона нарвалася з таким своїм рішенням. Да, сказала, і сейчас точно так же. Ну, щоб не було корупції, я даю гідну заробітну плату, вони мають отримувати. Я просто не пам'ятаю в цифрах там 20 тисяч чи 30 тисяч гривень. Суспільство не прийняло. Так, поэтому у нас і вибирають президентами і властю тих, кого вибирають, тому що люди люблять ушами и любят дешевый популизм. Когда людям говоришь о том, что для того, чтобы то, что вы хотите вот не воровать и так далее и тому подобное, это же все мы, это же не кто-то там наверху, это не один президент, это вся вертикаль до последней дворнички, которая тащит из ЖЭКа моющие средства, веники, мешки и все остальное домой, туалетную бумагу и так далее. Это вся вертикаль. Надо всей вертикали давать рыночную зарплату. Укрзалізниця, наглядова рада 100 тысяч. А Укрпошта, директор, скільки мільйон, скільки отримує в місяць? Это разные вещи. Я считаю, что директор управляющий, то есть операционный руководитель, он имеет право на высокую зарплату и даже опцион от заработанных денег. Наглядова рада, я вообще не понимаю, это искусственно созданная в госструктурах надстройка, которая просто содержит бездельников, в моем понимании. А Укрпошта сервис подолала, сервис покращила, коррупцию подолала, такая заработная плата, это миллион, это як? Укрпочта для бизнеса сегодня, это единственный конкурент новой почты, просто вы не в бизнесе, поэтому вы можете этого не знать. Она очень сильно прибавила за последние годы, и они на самом деле стали... У нас была монополия. Была монополия одного частного игрока. Укрпочта была где-то неизвестно где. Сегодня Укрпочта является тоже сильным игроком. Она подолала коррупцию. Наглядова рада, вы кажете, что это какая-то штучная история. Она для борьбы с коррупцией уже створювалась. Помните? Я не знаю, зачем. Зачем? Чтобы что? Боротися с коррупцией. Так как? Як можуть. Вот я и не понимаю, как.
Я не понимаю, за что члены наблюдательного совета, например, иностранцы. Это мне, я хорошо отношусь к иностранцам. Я в отличие от... У меня нет вот этой истории с Росята и так далее и тому подобное. Я очень хорошо отношусь к западному менеджменту. Вы добре відноситеся до Лещенка. Вы же друзі. Дружили. Мы не друзі. Он меня удалил из друзей. Я его, тут таке було питання. Я его критиковал. Я к нему очень хорошо относился как к журналисту. Я к нему сегодня очень... нейтрально, негативно отношусь как к тому, что получилось в итоге. Но вы могли запитати, чем занимается наглядова рада, потому что Укрзалізниці саме працює Лещенко, а не лише він. Да, и поэтому я спрашиваю, за что журналист... Вы его питали? Нет, я его не спрашивал. Чому? Я вот, мне на самом деле интересно, за что такие, как журналист Лещенко, получают, ну, неважно сколько там, 200-300 тисяч в месяц заработок. Ні, це важливо, насправді. 10 тисяч євро оприлюднювали, да, цю цифру. Да, абсолютно верно. Но если бы Лещенко был операционным директором Укрзалізниці, то он однозначно, и он был бы эффективным, то он однозначно имел бы право на большую заработную коммерческую плату. Ну, история, как вы знаете, не знает таких зворотів, якщо бы зараз. Мы с вами говорим, есть Смелянский, глава Укрпочты. Да. Ему точно так же вменяют высокую заработную плату. Я говорю, здесь Смелянский мы закинули, почему платят тому, что вы... Смелянскому, я понимаю, почему платят Лещенко, нет. А ви зараз згадали самі його, просто останнє питання. Ви зараз спілкуєтесь взагалі як? З ким? З Лещенком. Я з ним раніше не общався. Ми були в Фейсбуці друзями. А після якої історії він вас забанив, викинув? Як і багато, коли я висказав йому критичне замечання в коментарі, він мене удалив з друзів. Не переварюємо критику. Наверно. Вас хтось ще якось так забанив, викинув? Юлія Мендель, да. А ви там щось теж написали? Наверно. А ну скажіть. Я вже не помню. А якщо серйозно? Я помню, що це було дуже мгновенно, буквально в перші дні президентства або її участі в адміністрації президента. А ви взагалі стежите за останніми подіями? Да, звісно, ежедневно. А стосовно цих скандалів навколо президента? Да, но я считаю, я солідарен з тими немногочисленными людьми, які вважають, що... вот абсолютная чернуха, это не признак большого ума. Я не считаю необходимым обсуждать вещи, кто с кем спал, кто кому должен, кто от кого рожает, у кого какая ориентация. Мне абсолютно все равно, это говорят о Ляшко радикале, или это говорят о Менделе, или о ком-то другом. Я считаю, что есть вещи, которые просто ниже плинтуса, до них не надо опускаться. Ну, тоді пішли далі. Давай. У нас є уряд. Є уряд, який дуже швидко, у нас взагалі традиція швидкої зміни урядів. А нинішній як оцінюєте? А я до сих пор не знаю, хто там работает. Я з трудом изучил фамилию премьер-министра. А я считаю, что с каждым новым кабмином он становится все более безликий. Туда приходят зачастую, не все 100%, но зачастую в большей своей массе, абсолютно не харизматичні. А ну так і має бути виконавча влада, ні? Ну знаєте, як кажуть, в багатих странах вони навіть не мають знати, хто прем'єр, як він працює. Ні, і саме це є запорука того, що все працює, наверное, як колюсики. Наверное, это то, з чого ми почали наше з вами общение, должен ли, помогает ли предпринимателю публичность. Я считаю, что предприниматель среднего и крупного бизнеса, первое лицо, равен министру. Ну, по своей важности, по количеству влияния, распределения денежных потоков, направления движения компании или министерства. Это равные единицы. Так же, как я считаю, что предпринимателю публичность в плюс, также я считаю, что сильным качеством министра, то есть первого лица министерства, является его харизма, его публичность, его возможность говорить, формулировать смыслы и доносить их до людей. Я вам назву зараз прізвище людини, яка без посади прем'єр-міністра, але така яскрава і так говорить. Саакашвілі. Да. Як така людина залишається в Україні? Я не знаю. У мене є такий тезис, я його сам для себе сформулював, і практично нігде я о ньому не говорив, зараз можу його озвучити. Він звучить таким образом. Я не понимаю, как в одной стране может быть два президента. Саакашвили – президент. Потому что президент, человек, который был президентом, он ментально на всю жизнь остается президентом. Я не понимаю, какая может быть причина у президента Порошенко или Зеленского.
выбрать еще одного президента в нашей стране. Потому что абсолютно очевидно, что по складу характера, по эмоциональности, по завзятости, по всем этим факторам, он остается ментально первым лицом страны. І всі скандали, які до нього навколо нього було останніми роками, для вас цей статус. Я просто не розумію, чим тоді ми вибираємо собі президента, якщо потім президенту нужен ще один президент. Ну, я не розумію. Ми за слабкість? Ми президента? А зачем? Ну, зачем нужен? Ми вибираємо президента страны. Ну, Зеленський був без досвіду. Тут я можу так, а зачем ви його вибрали? Зачем мы выбираем первое лицо страны, чтобы потом он себе выбрал еще одно первое лицо другой страны? Ну, потому что не крав, потому что честный, потому что сделали их разом. Так мы же уже выбрали одного. Так. Зачем нам два президента? Поделитесь досвидом. Ну вот мне это непонятно. То есть если у тебя нет достаточно опыта для того, чтобы идти в очень большую политику, то есть в первые лица страны, то может быть тебе не стоит туда идти? Если у тебя не хватает опыта и тебе нужен аналогичный тебе президент, который тоже станет тебе подпирать тебя. А может, это просто Михаилу Саакашвили потребно было реализовывать свои таланты десь? А у меня вопрос, как вы считаете, если бы Саакашвили выбрали президентом Украины, он пригласил бы Зеленского? А у меня питання, а что Саакашвили робит в Украине, а не в Грузии? Это уже творческий вопрос. Это очень, мне кажется, это так сложно, что не имеет смысла это уже там, мы уже живем в этой парадигме последние 6 лет нахождения Михаила Саакашвили так или иначе. Добре, присутні Саакашвили в Украине, на вашу думку, что? Послаблює позицію Зеленського? До чого ведете зараз? Нет, я считаю, что в целом это не усиливает и не усложняет жизнь Зеленскому, это просто странно. Я, в принципе, считаю, что приглашение именитых иностранных специалистов в Украину, это странно. Це питання меншовартості, на вашу думку? Ну, ми такі ніякі. Ні, це погоня за вот этими трендами. Был тренд, давайте приглашать иностранцев, это же круто, они лучше, чем мы. Потом был тренд, давайте будем брать новых, чистый белый лист бумаги, 22 года, они, у них нет истории, поэтому они лучше, чем те, у кого есть история. Мы проходим тренды. Вы цей тренд в своем бизнесе реализовывали 22 года, никто, ничто, починає працювати. На младших специалистов и вакансии, которые не имеют принципиального значения. Народные депутаты Украины, это младшие и молодшие специалисты? Нет, на вашу думку? Поэтому мне и странно это. Кумівство в украинской политике. І давайте одразу перейду. 95-й квартал, половина звідти на якихось посадах, декілька депутатів у Верховній Раді. Це як? Смотрите, это настолько банально простые ответы, которые вам скажут даже, то есть, наверное, абсолютно все, кто сидел бы на моем месте, сейчас бы рассказали одно и то же предложение, это же ужасно, это катастрофа, это все плохо и так далее и тому подобное. Это такие очевидные ответы, которые не требуют комментария. А учитывая, что я из реального бизнеса, и, естественно, я всех людей подбираю через открытые конкурсы, открытые вакансии, не, сказать, открытые что... собеседования, Алексей. То это не имеет смысла. То есть мы теряем время на обсуждение глупостей. Глупостей в каком плане? Это настолько очевидно, что это не требует объяснения. А я б хотіла пояснення все-таки почути. Можливо, він скаже, це люди, яким я довіряю. От усіх чужі, я їх не знаю, їм не довіряю, беру своїх. Все очевидно. Він же з людина з бізнесу, з бізнесу. Ми ж з вами розуміємо, що подонки можуть бути як серед чужих, так і серед своїх. Правда? Дальше різниця. Чужого здати, неважно, в поліцію, уволить, вигнати намного легче, ніж любого свого. Зачем ти сам соглашаєшся на то, что у тебя может возникнуть конфликт внутренний и конфликт интересов. Зачем? Для чего? Что должно быть таким сумасшедшим аргументом, почему ты готов брать своих, а не брать независимо просто лучших, которые у тебя пришли? Например, мне позвонил друг и сказал, у меня есть дочка. Ей сейчас 21 год. Сейчас кризис, она не может найти работу. Можешь взять ее к себе? Я говорю, смотри, у меня есть 3 вакансии, они сейчас открыты, они есть на работа.ua. Пожалуйста, пусть она звонит в HR-отдел, они есть. Если она не может найти, вот есть вакансия. Если ее устраивает заработная плата, как раз подходящая под молодых специалистов, заработная плата и рабочий день, пусть идет в открытую на собеседование,
И проходит, мы будем рады ее видеть. В чем проблема? Подзвонила? Она позвонила, она пришла на собеседование, на одну из вакансий ее взяли, она проработала 3 месяца, ей не понравилось, она уволилась. Все легко. Не все так легко з деякими звітами. Сьогодні, готуючись до програми, думаю, та зайду на сайт Верховної Ради, подивлюся, як живуть наші бідні голі босі. Я про що? Тут звіт від 3 липня, сьогодні 14. Звіт за 3 липня, за червень, список народних депутатів, які отримали, вони скористались правом отримання коштів для компенсаційної вартості оренди житла. Це лише один місяць, це червень, це 147 депутатів. Сума 3 419 тисяч 950 гривень. Ну, щоб я не збрехала, я не знаю, наскільки це буде видно. А, видно, вон прекрасно. На камеру 3,5 мільйони. Я дивлюсь ці суми, мені хочеться запитати. Там є по 89, по 90, 8, 800. Якась піпа, якісь трібушкіни. Хто ці люди? Що ви зробили? Нащо вам такі кошти на компенсацію житла в Києві? Я не знаю навіть, яке питання ставити, коли я продивляюсь такі. Це один лише звіт, він не прихований на сайті Верховної Ради. Ви знаєте, тут же є популізм. Отчасти, которым грешат многие, и я в том числе очень часто, а есть какая-то объективная реальность. Популизм заключается в том, что, конечно, это бред сивой кобылы. В общем, как бы, и напиши, вот получили финпомощь, бред сивой кобылы, будет 1000 лайков. Есть реальность. Реальность следующая. Если бы эти люди отбирались в Верховный Совет реально по своим знаниям, умениям и дальше работали там, то в этом ничего плохого нет, потому что они, получается, если они депутаты, они ушли с тех мест работы, где они работали. Они должны теперь за счет чего-то жить. Если они иногородние депутаты, из Херсонской, Николаевской, Харьковской области, они приезжают в Киев на недельные сессии, на комитеты, они должны где-то жить. Поэтому ничего плохого в том, что если человек поменял жизнь там, на служение государству, что он так же, как любой чиновник, будет получать зарплату и компенсацию, це нет. Це не заробітная плата, це не винагороди, це не якісь... Они берут деньги, нет, но на самом деле здесь же понятная история, они берут деньги на проживание в Киеве. Да. И, наверное, это имеет, ну, то есть откуда-то надо это платить, это имеет право на жизнь. Только вопрос, что мы опять поставили телегу впереди кобылы. То есть мы сначала должны были все вместе выбрать адекватных, экспертных, знающих ребят, а потім вже з них питати. Да, но это же мы, наши украинцы, выбрали. Всі разом ми будемо обирати весною мера Києва. Это уже проходит 25 лет, ничего не меняется. Ну, в сенсі. Ну, люди ж змінюються, прізвища змінюються. І що? Я от хотіла запитати, і що? І нічого. Поэтому ми самі куємо своє щастя. Від прізвища мера, на вашу думку, нічого не змінюється? А що змінюється? Нет, нет, очень много. Я такого не говорил. А, що я считаю, что мэр... Смотрите, у меня есть отчетливое впечатление, что все, что происходило и происходит в Киеве, и судя по фамилиям, которые мы видим в социологиях, будет происходить, это все не про Киев. Это все про деньги, про договоренности, про лоббизм, про что угодно. Это не про Киев. Як вам, на вашу думку, 2 хвилини залишається? Хочу запитати, як вам прізвище, яке будуть балотуватися? Це Добкін. Там це Притула, безперечно, це Кличко. Я не знаю, навіть Тищенка ще зняв, погодив свою кандидатуру. Як вам взагалі набір цих, Дубінський, перепрошую, набір цих прекрасних людей? Ну, я можу тільки повторити, що, учитывая, що на прошлых виборах я голосував за Гусовського, і я отношусь к той формації людей, які хочуть видеть адекватних, образованих, успішних, самодостаточных людей во власти, я не вижу своего кандидата. На что робити? Тоді або заборонити неадекватним голосувати, або що? Або нічого. Ну, или жить дальше в том городе, который неадекватно голосуют и выбирают. А що зробити, щоб неадекватно не голосували? Ви за обмеження виборчого права? Нет, я за то, чтобы все, кто считает себя в состоянии и адекватным для того, чтобы идти и пробовать, шел и пробовал. Ми якась територія для експериментів? Ми повинні рости тих лідерів, які нами повинні управляти. Ну, як їх вирощувати? Вот так. Так же, як у всіх остальних странах. Так же, як откуда-то взялся, там, не знаю, Барак Обама. Так же, як откуда-то взялся там, Лех Валенса. Так же, вони ж не возникли з ніоткуда. Ну, поки що у нас виник Зеленський з 95-го кварталу. Да, вот такая у нас такой ход історії. Я уверен, що повторно
а а-ля Зеленский в этой стране уже не будет выбираться. То есть мы этот виток тоже пройдем. Мы поймем, что люди из ниоткуда, без предвыборной кампании, которых прячут в упаковке и раскрывают только на инаугурации, они тоже не будут проходить, потому что с ними тоже получается пшик. Мы проходим эти витки эволюции, и на самом деле, если вы посмотрите, мы все равно потихонечку, медленно, но движемся в какое-то эволюционное пространство. На цій оптимістичній ноті буду вам дякувати. Спасибо. Олексій Давиденко, Роксана Руно, четвер, чекатиму. 20-та, новини, не перемикайте.